два братика, две сестенки и я. Мама, папа, бабушка. Вот такая большая семья Гуляевых из Грязовца. Младшая Галя. Совсем скоро девочка пойдет в школу, а пока ходит на занятия сюда, в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Лада». Из-за проблем со здоровьем детский сад она не посещает, а здесь с ней занимается психолог и логопед. Кроме того, помогают в центре и всей семье Гуляевых. Живем в пятиквартирном бараке с печным отоплением. Семья большая, конечно. Соседи тоже хорошие. Огород свой. Папа работает один, денег не хватает. Так и так. Я сижу по уходу за ребенком, ребенок инвалид. Принадлежности, я не говоря уж о школьной форме и обуви там и все остальное дорого. И плюс питание каждую неделю, это и куда-то идут, куда-то едут. И помощь семье здесь оказывают. Собирают детей в школу, ребята принимают участие в различных благотворительных мероприятиях. А еще благодаря учреждению у семьи появился добрый друг Ирина Богданова. К нам в центр, значит, звонок. Моя дочь хочет оказать помощь, у нее очень много подарков новогодних. У нас как раз шла новогодняя акция. Мы говорим, очень рады принять ее. И приезжает такая чудо-снегурочка, молодая, красивая и с коробками подарков. Так и завязалась наша дружба. С этим человеком я лично не знакома, даже вот не видела ее ни фотографий, но, честно говорю, в церкви за ее на здравие всегда свечки ставили, потому что она нам помогает. Мы ездили как победители «Семья года» в Москву. И только с ее помощью мы туда попали. А как она помогает? Собирала средства на проезд, на проживание в гостинице, чтобы помочь нам вот материально. Ирина Богданова сама родом из Грязовецкого района, но сейчас живет в Вологде. Это молодая и инициативная девушка, успешный предприниматель. Но, несмотря на свою занятость, она со своими друзьями помогает многим грязовецким семьям. Привозит продукты, одежду, обувь, канцтовары, подарки и многое другое, в том числе и Гуляевым. Это вообще семья изумительная. Я вообще езжу к ним. Мы как бы каждый год сделаем им новогодние елки и организуем подарки. И, конечно, мое сердце всегда трогает это дети-инвалиды. Для меня эти дети, они какие-то уникальные, удивительные. У них настолько вот их внутренний мир, мы, простые люди, очень много не видим вещей, которые нас окружают. А они вот, у них настолько тонко развито вот это вот интуитивное какое-то вот ощущение мира, вот любви, что они радуются мелочам, каким-то там вот этот подарок привозишь, они такие все. И вот это наглядный пример того, что это все не зря.